Привет, амигос, снова вы, снова я и UFC 2 эксклюзив для PS4. Игру, которую сегодня буду, немножко так критиковать, потому что она, в очередной раз файтинг на консолях не оправдал немножко моих ожиданий. Когда-то давно мы у одного моего тогдашнего кента нехило так компанию рубали в бокс на Xbox 360. Блин, интереснее я файтинга вообще не видел. После этого я разрубил разом Mortal Kombat, Street Fighter и вообще все остальное. Настолько интересно было играть в бокс. Между раундами там залепливать эти сечки всякие на лице своего боксера. После там нокдауна собирать глаза в кучу, там уклоняться, блокировать. Блин, по-моему, я этого знаю. Нет, не знаю. Шоу Джордан. Я думал, это мой сосед, соседний парадный. У ларька его часто вижу. Вот. Я купил PlayStation, почему-то был уверен, что на PS-ке тоже есть бокс. Но бокса на плойке нет. Есть на плойке свой файтинг, и это UFC. И вот UFC, мне кажется, по моим вот, собственно, ощущениям, он на голову хуже любого бокса с шайтан-коробки. На компе вообще нету ни нормального бокса, ни нормального UFC. На компе вообще одна борода. Значит, что мне не нравится, я буду, я буду выговаривать по поводу, по ходу сражения, будем, вот это heavyweight, да, это тяжелый вес, вот тот самый вес, в котором там в нокдауны и в нокауты убираются чуть ли не одним попаданием, как мы знаем, буду пытаться уработать Стефана Трювье, потому что он здоровый, длинный, как жердь, прикольно его мочить, он боец абсолютно, я о нем вообще, по-моему, раньше даже не слышал никогда. Вот, бойцов во второй части, в отличие от третьей, прибавилось, перелопатили порядочного управления, на этом и все. Даже графика лучше ни хрена не стала, вот вообще непонятно. Вот была бы графика, как в Ордене здесь, был бы прям вот вообще отлично. Так, Стефана Трювье, да, кстати, здесь есть два Тайсона, но они были за предзаказ, когда игра стоила еще 4 рубля. Я-то ее взял по акции, сейчас скидка на нее была 47%, она мне вставила, не намного больше 2000. Так, давайте будем мочить Стефана Трювье. Бля, Алистар Аверим, он, сука, неинтересный. У него удары ногами вообще тут отключены, походу. Коленом есть, ногами нету. В UFC присутствует борьба. Борьба мне вообще не нравится, честно говоря. Вот я вообще даже человека не видел, которому нравилось бы в UFC бороться. По-моему, глупость совершеннейшая. Нажимаешь стрелку влево, стрелку вправо. Давайте хрен с ним, давайте Аверима возьмем, дабы показательно было. У него самые мощные удары. Он медленный, конечно, и вообще, по сути, он огромная горилла, но 96 сила удара у него в стойке, да, вот можно даже статку посмотреть. Видите, по left hand power 98, right hand power 97. Ногами 98-99, хотя он ими почти не машет. Так, вот этот вот, похожий на огромный белый член, будет в белых трусах. А я буду в черных. Я думаю, что черные должны носить черное, белые. Йоу, не скажи нет расизму. Так вот, мало того, что здесь есть борьба, которая не очень интересна в плане управления геймпадом. Они изменили ее очень сильно по сравнению с предыдущей частью, да? Не знаю, почему я называю ее третьей, а эту четвертой. В общем, по сравнению с предыдущей частью они ее изменили, но она по-прежнему не очень интересна. Как бы комментаторы меня не перекрикивали. Так вот, плюс ко всему, здесь в боях существует абсолютная, сука, регенерация. Да скиньте вы мне нахер, я, блядь, только что видел, кого я выбрал, зачем вы мне их показываете. 35 лет Аверима, а этому 28. Нифига он акселерат какой в 28 вымахал. Да чего, Аверим высокий, но этот длинный, походу, вообще ростом за 2 метра перевалил. Так, да, давай, дай пятюню. Вот, в общем-то, следите за индикаторами, которые по углам монитора, по верхним расположены. Видите, там человечки нарисованы. Вот это индикатор дамага, как несложно догадаться. Вот, начинаем окучивать шоколад этого блондинчика. Шоколадный начинает окучивать. Как обычно и бывает, да, в боксе во всяких микс-файтингах. Досадная подсечка. Я не буду показывать какой-то мастер-класс этой игры, потому что я ее купил-то, честно говоря, пару дней назад. И играл в нее в основном с другом. Вот только чисто ее недостатки. Вот обратите внимание, вот мы видим правая, левая рука, вернее, покраснела, и тело, да, только что на индикаторе. Вот все прошло. И прикол в том, что вот это вот накаливание дамага, оно вот просто... Невозможно, короче, отсушить человеку ногу, грубо говоря.
То есть вот у меня, видите, голова покраснела, нога покраснела, я походил, 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 и все, у меня стало серое. И быстрее краснеть оно не станет. То есть, чтобы убить кого-то, здесь надо именно что... Именно что, именно серию провести в голову, в тело, куда угодно, но если не провести серию, никакого нокаута не будет. То есть вся вот это вот изнашивание, истекание крови, вот в боксе на коробке, насколько я помню, можно было избить человека до того, что бой будет остановлен. Вот такие падения тут есть замечательные, да, не правда ли? Правдоподобно. Постоянно смотрю бои без правил, блядь, всегда там так люди падают. Правда, они там обычно после этого не встают уже, потому что их тут же бросаются и добивают. А, сложность, кстати, стоит максимальная, вроде как, да, там надо было посмотреть на запись. Ну, вроде это про. То есть здесь максимальный дамаг получают конечности, да, и это вот тяжелый вес. Смотрите, с локтя, с колена. Никакого дискомфорта не испытывает этот боец. То есть за рассечение, как я уже сказал, ничего тут не остановит. Не достал немножко. Комп, конечно, магически просто блокирует. Еще в этой части появились вот такие вот уклонения. В прошлой части вот их не было. Вот, сука, вот комп, он борьбой, он задолбает. Он вяжет, вяжет. Но я знаю, что ты будешь делать. Ты будешь пытаться бить коленом. Слышите, зал орет фу. Это они орут, блядь, вот этому блондину, который нихера не может драться нормально. Никто борьбу не любит. Даже зрители, даже компьютерные зрители. Никто не любит, сука, борьбу. Вот, Аверим пропустил в лоб с колешечки. Пытается он сушить мне ногу, видите, ну, ничего, я он отхромал в сторонку, и все прошло. То есть, чтобы вот это возымело какие-то результаты, даже в тяжелом весе, надо бить комбо. Надо вот, то есть, ему подряд ударов 6 по башке втащить, либо там какой-нибудь один особенный, если взлетит, рандомит. Будет чудесно. Там вот с локтя, допустим, какой-нибудь вот такой удар. Может там сотрясти ему немножко чердак, но и только лишь. Если, вот видите, смотрите, я опять отхожу, 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 и все, у меня нога вот посерела. О, у Верима есть удар в голову. Отличный прыжок балерина. Комп делает точно так же, он отходит, ждет, пока у него опять все. То есть моя главная претензия к тому, что в игре не копится вот этот дамаг. То есть человек с разбитой головой не будет падать с одного удара в конце боя, хоть ты обосрись. Не будет хромать, если вы ему нанесете 800 ударов по ноге. Ничего этого не будет. То есть мы когда с другом играли, у нас вообще в конце боя получилось, что 670 ударов нанес ему я, 640 нанес мне он. Но покажите мне человека, который выдержит 640 ударов. Мне кажется, даже щелбанами, если 640 раз человека щелкнуть, можно ему сотрясение сделать. Ну или гематому нащелкать. Вот у него рука покраснела, смотрите. Сейчас он весь покраснеет. Вообще в этой игре, если человека не убиваешь в первых трех раундов, да, если его не вырубаешь, то, скорее всего, бой уже продлится до решения судей, потому что не хватит выносливости на 4-5 раунды. Это единственное, что здесь правдоподобно. Поэтому, если играть с другом, и у вас друг такой же недалекий ебанько, как мой, он будет ставить чемпионские бои по 5 раундов, и вот будете вы друг друга ковырять, блядь, в 4-5 раунде. А по очкам, между прочим, самое интересное решение, потому что это показывает, кто лучше и правильнее играл. То есть, кто больше ударов нанес, кто больше действий правильных сделал. Тейкдауны там посчитают вам. Видите, имбовость отхода, она просто абсолютно. Он не может меня схватить, я его ударом не могу достать. При этом мне так показалось, что вот этот вот блондинчик, он один из самых... Какой блондинчик? Белоснежка один из самых сильных бойцов здесь, потому что у него руки длинные. Он медленный, конечно, но он достает. Бойца, который будет от него пятиться, он хотя бы достанет. В этом сила. Вот мы видим эту позорную подсечку, которую пропустила Верим. Ну, слоу-моушен тут так себе, они повторяют в основном одно и то же. Вот мы видим его лицо, да, вот человек с таким лицом уже, как правило, там, не знаю, уже по рингу скорее плавает, чем ходит. Ну, давай еще раунд, а это только второй. К сожалению, к концу боя нельзя тут таких насывать, чтобы прям... Блин, да что ж так? Чтобы прям вот он вообще кровью заливал весь настил.
Кровь вроде есть, но ее тут прям вот, скажем, мало. Блять, вот вы видели, какой лоу-кик ему? Вот смотрите, у меня нога покраснела. Сейчас она помигает и пройдет. Он почему-то не пытается разбить мне ногу, он начинает бить мне в голову. Вот смотрите, с прыжка, когда уверим с прыжка попадает кому-то коленом, человек, как правило, уже теряет всю свою дееспособность в основном. Там, ну, кто смотрел, тот как бы знает, что удар с прыжка коленом — это один из, по-моему, летальнейших ударов. В бороду только что пропустил белоснежный. И что, это ему какой-то дискомфорт приносит? Нет, вот, блядь, он начинает вот эту возню. Вот так выглядит борьба. Обалдеть, это интересно, просто, боже мой. Естественно, все на английском, без перевода. Важно знать, что гитап — это встать. Заметьте, что тяжеловес, у которого, блядь, сила удара 98, и просто бью ему в печень, бью ему в корпус, и практически ничего не наношу. Я понимаю, что в игре тяжеловесом, видимо, и здоровье запилили богатырское. У меня такое чувство, что он меня просто выносливостью поборет. У меня ее все меньше и меньше. Я вот целыми комбинациями пропускаю, что... Блять, какой колхозный удар попытался сделать уверим. А вот случайный удар, видите, что началось? Видите, тот же самый удар в бороду ему попал и сотряс. Вот что это такое, почему? Почему в прошлый раз этого не было? Вот он сейчас на расстояние отходит. Смотрите, голова у него все меньше и меньше красная. Когда боец тут пятится, его даже доставать, блядь, трудно. Опять, что еще он будет делать? Конечно, будет цеплять за ноги. Когда мы играем с корешем, то же самое делаю я, когда у меня персонаж краснеет. А что еще делать? Анаконда — это удушающий прием. Сейчас он, походу, меня нет, не задушит. Удушающие болевые приемы здесь имеет смысл делать. Вот, например, он блокирует мои удары, да, у него вот этого повреждения рук, оно краснеет. Вот имеет смысл его тут же завалить, когда у него рука покраснела, и сделать на эту руку кимуру, то есть болевой прием. Только тогда нормально пройдет, иначе вообще вот маловероятно, что вы успеете среагировать на эти удары. На эти, то есть, на своевременные, короче, блять, нажатия эти в партере. Странно, что Аверим все-таки встал в момент, когда его окучивали. По-моему, сейчас Аверим дал ему с колена по яйцам, как в свое время Крокопу. Но, видимо, у этого чувака их просто нет. Вот смотрите, пока мы боролись, голова у него пришла в абсолютную норму. Вот у меня сотряс настал. Он так же хотел меня добить, и так же не смог, потому что я вцепился ему в ногу. Удары у Верима обладают просто фантастически инвалидной скоростью. Он как, блядь, асфальтовый каток. Опять не достал, заебал. Ну, хоть блоки успевает ставить. Сука, выросли, блядь, лыжи, ёб твою мать. Вот почему они не добивают упавшего, не понимаю. Вот два с колена в корпус подряд вошло человеку. Вот, обратите внимание, что он чуть-чуть покраснел. Вот, смотрите, опять с колена в голову. Где вот, блядь? Где вот это сотрясение? Вот тут же следом еще хайкик в ту, блядь. Вот как можно, блядь, такую игру строить на рандоме, ну таком, а? Почему здесь нету у головы здоровья, которое, блядь, расходуется и не восстанавливается, ну? Чтобы, то есть, в следующий раз критануть голову можно было чуть ли не одним ударом. Почему вот этого нет? Блядь, не достал. Опять. Вот говнюк. А как он отменил бросок, интересно? Все, у Аверима скорость вообще упала. Что-то там, блядь, достал еле-еле. Ну,
Видно, да, что человек неаккуратно ел хот-дог и немножко измазался. Вот это критически, как я понимаю, они показывают. Вот он сморщился. Нет, это не критически. Ну, четко в бороду с колена, и человек как бы ничего. Вот как бы он дальше, смотрите, закрылся, ему похрен вообще. Но, понятно. Да, тети тут ходят, к сожалению, одетые. Так бойцов не разогреешь. Он обладает какой-то боксерской техникой, он как-то успевает отскакивать. Вот он бьет, блядь, уверим, нет бы в этот момент удар наносить, но уверим, блядь, настолько медленный вот здесь, я не знаю. Не, он в реале тоже не очень быстрый. Пиздец. Бам-бам-бам. Смотрите, сколько ударов влетает. Тяжелый вес. Емельяненко бы уже рухнул. Вот вроде бы он сейчас сложился от удара, но на самом деле ему похеру. Даже не покраснел, видите, и теперь все. Там вон есть какие-то гематомы у него, но он пропускает вновь и вновь туда же. И как бы и ничего. В общем и целом нельзя ему одиночными, вот нельзя одиночными ударами здесь ничего сделать, кроме как набить себе очков для судейского решения, понимаете? В чем вся боль? Вот ты можешь по одному удару ему, блядь, хоть 1000 ударов нанести в одно и то же место, и ничего это не изменит. Ничего с ним не станет. Ну, блядь, теперь борьба просто на полраунда, блядь. Не знаю, почему он не бьет. Приготовился и не бьет. А вот один единственный удар, который, собственно, и положил Эверима на ковер. Вот один единственный удар в чердак прилетел. Чем он отличался от сотен других ударов, непонятно. Иногда такой удар бывает прям вообще в начале боя. Просто вот один единственный, особенно у Макгрегора. Буквально второй или третий удар противник сразу валит. Да, охуенная борьба, вот, блядь, я прям вот... Я представляю, как Эверим сейчас нюхает его яички, блядь, и наслаждается. Влево попытался, блядь, он просто лежит на мне, ему похуй. Наконец-то он, блядь, пошевелился, ебать. Наверное, он бабу так же ебет, как борется. Просто вообще невыносимая хуйня. Казалось бы, уже должен... Вот он. Удышающий начал какой-то вялый. Отбой, чувак, отбой. Ну, Эверим, блядь, уже не может не вырваться просто из этого говна всего, которое на него навалилось. Хотя у того еблецо разбито-то побольше. Зал орёт, фу, блядь. Блять, вот он подождал, пока я начну. Говно, блять. Охуенная борьба. Бля, я вообще поражаюсь, как она пиздато сделана. Вот, видим красную голову. Вот так вот и с другом играешь. Он видит у себя красную голову и начинает отходить, отходить, отходить. Пока она, блядь, не побелеет. Почему мой удар сейчас не попал? Вообще не понял. Естественно, что. Вот видите, случайно влетело. И здесь задача добить, но, блядь, нихуя. Вот он, сука, завязал меня, и все, и пизда. И обратите внимание, что голова у него сразу серая. Ну давай, у тебя ж... Вот, сука, у тебя ж с руки там атака, блядь, неебическая. Ну бей его, сука, блядь, хуярь пидораса этого. Ха-ха, лысого, блядь. Нет, нет, только нет, опять, блядь, он опять поставил мне раком, нет. Я без любви не дам. На, блядь, на, сука.
в ухо ему, палец ему в ухо, ткни ему, блядь, вылами ему, блядь, сука, проткни ему барабанки, блядь, перепонные. То есть перепонки барабанные, блядь. Какая хуйня, что-нибудь проткни ему, что там у него в ухе, блядь. Поковыряйся ему там своим толстым пальцем, я уверен, ему не очень понравится. Сука, души пидораса, души его нахуй. Куда вот, блядь, ну накопилось же, ну почему нет-то? Блядь, пошел нахуй. Сука, оседлал-то, блядь, как... Ну зачем я вырвался, если уже и так конец? Окей, ну уже начались более-менее какие-то падения, но... Как видите, они тоже ни к чему не привели. Причем у меня лицо такое целенькое, я не знаю почему, но у Вирима и так голова, в принципе, не самое сильное место. Он довольно часто пропускает, начинает бегать потом по рингу. Но я так понял, что прыжок с коленом, это, блядь, единственное мое оружие против этого скинхеда, блядь. Особенно если не прыгать мимо, я уверен, вообще будет заебись. Вот, видите, у Верима, блядь, уже нету выносливости на какую-то связку, на один удар. Блять, он меня просто пинает нахуй, все. О! Да, иди, давай поборемся. Сразу в борьбу давай. Опачки. Проститут ап, давай. Убей его, гандона. Нихуя, лягушка блядская. Да бей ты его. О! О, давай, давай, по сапаточке, блядь, нихуя не работает. Сука, нет, блядь, не дам, не дам, в жопу не дам, нет. Сука, опять душить начал. Ну, блядь, задушить такого кабана, это нахуй там плавал, наверное. Нет, душит, смотри-ка. А, он еще, блядь, и на залом перешел, нихуя. Ну, блядь. Я даже не пытаюсь компа заломать, я вон ему так поебал, ему стучу сейчас, да заебись. Набью очков, так сказать. Да, блядь, ну почему ты нахуй не бьешь его? Не, 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 блядь, он какой-то, сука, задний привод, он постоянно к моим шоколадным булкам пытается протереться. Какого хуя, чувак? Тебе бесит меня. Уйди, я тебя не люблю, не, не дам, не хочу, не буду. Нет, нет, никаких засосов, блядь, иди в жопу. Пока у батьки разрешения не спросишь, нихуя до свадьбы не дам. Да, блядь, ну мы встанем когда-нибудь. Ебать, это четвертый раунд идет уже, половина. Блядь, когда я нахуй успел... Ах ты, сука. Вот он грамотно. Вот как у него, блядь, так быстро он бьет? Ебись, негры, блядь, не чувствуют боли. Нахуй ты меня бьешь вообще, дебил. Опять он мне свои яйца дает понюхать. Блядь, порнуха какая. Встанем, ляжем, встанем, блядь. Опа. Сука, гимнастика по Высоцкому прям, блядь. Да, блядь. Да мне даст что-нибудь сделать-то вообще? У меня вот только мелькают надписи и тут же пропадают. Заебал, блядь, своей борьбой. За права белых, блядь. И опять нихуя не вышло, да? Ну, блядь, уверим в борьбе, это вообще, блядь, ноу-хау. Амбар, давай амбар ему. В амбар ему давай загоним, блядь, шоколадную подводную лодку, блядь. Пусть знает, нахуй, шоколадную сигару, блядь, курит. Все, он, блядь, встать решил? Нет, нихуя, ебать, снова мы будем эту хуйню эту смотреть. Ух, размахнулся-то, блядь, ишь ты. Без любви не дам, сука. Давай я пообнимаю тебя. Давай коленями в яйца ему упрись, судья не видит. Блять, ебани ему там. О, все, пошел нахуй, до свидания. Вот смотрите на мою выносливость. Ну что я могу с ней сделать? Конечно, блять. Опа. Опа, блять. Колхозная. С матросским замахом. С пролетарской ненавистью, блять. За африканское угнетение. Давай. Блять, не достал. Хуй тебе, я блоки, блять, уместный. Блять, ну, нихуя себе он там задрал. Ты потише, так может и яичко порваться, блять.
Блять, отмахнулся. Ай, блять, еще из. Ах ты, сука, мне еще, блять, из. Захваты, блядь, будешь делать? Блять, не достал. У Авериму уже нету сил прыгать. Нет, ну, давай. Давай, вот он, на железный час. Блять, что ты наделал? Зачем? Отъебись! Нихуя! Не, мне насрать. Нет, рефери, рефери, судья продажная, козел ты, блядь. Ну, полная залупа. Что было-то? В чем дело, блядь? Почему этот негр? Мандинго, блядь, вставай, какого хуя ты разлегся? Блять, вот этого лысого, я говорю, его хую делаешь, он, блядь, со своими длинными граблями мертвого заебет. Бороться не умеет, но в борьбу лезет. Ну, давайте посмотрим статистику. Что-то у Аверима, блядь, полигонов наебали и прибавилось, но, в принципе, это не повод проигрывать. Значит, Fight Statistics, давайте посмотрим, блядь. 183 удара ебанул ему я, из них 60 попал, да? А, всего 140 ударов я ему втащил. И 283 удара пропустил бедный Аверим. Голова, в общем и целом, покраснела, но, блядь, если походить по рингу минуту и не опиздюливаться, она бы, в принципе, прошла. То есть, я о чем хочу сказать, что вот такая тактика, как отсушить противнику ногу, попытаться, она вот вообще не рабочая, блядь. Вот не бывает такого. Я сколько раз пытался, когда с другом играл, пиздил его по ногам и пиздил, пиздил и пиздил, 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 ему вообще все равно. Ничего, блядь, у него с ногой не происходит. Вообще невозможно. То есть, блять, она, ну, и в корпус точно так же. То есть нокауты в корпус бывает только вот, блядь, вследствие какого-то случайного попадания, вот этого критического. Когда крит зайдет, тогда да. Тарзан, что ли, небритый? Сейчас, где-то тут, по-моему, Брюс Ли завезли. Вон он, смотрите. Брюс Ли. И посмотрите на стату Макгрегора, блядь. 90, ёпты, 9. Руками. Ну, мощи у него такой, конечно, как у Аверима нету. Но 99 в стойке, это, поверьте, многого значит. Многого стоит. Сейчас посмотрим. Причем у Брюс Ли нету удара вот этого, типа, вырвать печень или как велосипедик там втащить, как этот, как Лю Канг. У него все те же удары, что там у Джузе Альдо, например. Вот вообще все то же самое. Вот по мувсету вылитый Джузе Альдо. Только в шкурке Брюс Ли с другими статками. Да, Брюс Ли, конечно, тут такой подкачанный. Не было такой груди у Брюс Ли, по-моему. Он такой был жилистый очень. Но и спина у него была пиздец какая. Но груди у него там, извините. Он был велосипед. Но он и здесь, в общем-то, он идет велосипед. С прической, как, не знаю, спичечной головки. Брюс Ли здесь 31 год. Макгрегору 27, охуеть. Давай. Брюс Ли. Ох, какая вертушка пролетела, а? Просто апач, апач пролетел. Блять, бэкфист не прошел. Как он не успел заблокировать? Брюс Ли — это автор цитаты такой, что я не боюсь удара человека, который знает 10 миллионов разных ударов, и боюсь человека, который бьет один удар 10 миллионов раз. Я думал, он скажет, я не боюсь удара человека, который знает 10 тысяч разных ударов, и боюсь человека, у которого есть пистолет. Знаете, да, это все типичные задроты в интернете, как рассуждают. Зачем качаться, если тебе даст пизды любой боксер? А боксерам они говорят, нахуй учиться драться, если тебя застрелит любой человек с пистолетом, блядь. Райан, зачем что-то делать, если можно быть киберспортсменом? Вот скоро киберспортивные чемпионаты по боям без правил, представляете как? Какую статку кому нарисовать, как они будут решать? Блять, не попал. Сука, он мне с локоточкой так, с своего острова. Ой, блять! Открывайте, кто дома. Блять. Не, Макгрегор, конечно, боец охуенный, но то, чтобы он Брюс Ли пизды навешал, это... Ой, блядь, ничхуя, он что умеет? Не, конечно, играть интересно. В компании до пасиньки вообще заебись заходит. Но вот немножко все-таки неправильно. Вот в боксе, вот бокс на шайтан-коробке, вот он более правильно сделан. В том плане, что там можно человека просто бить и в одно и то же место, и это место у него выйдет из строя. А то и вообще его там дисквалифицируют за рассечение, ну, технический нокаут. А здесь вот такого нету, здесь просто либо нокаут, блядь, заспамить.
А спам тут включается, когда ты комбинацию какую-то случайно начинаешь набирать. Не, конечно, не случайно, здесь есть обучение, но, блядь, на английском я его презираю. Блядь, вот это вообще. Блядь, нихуя себе, целую пятку Макгрегора, ёпта, Брюс. И как он, блядь, не упал с такого удара? Объясните мне, там такая вертуха, ебать мой хуй, там весь Шаолинь, блядь, собрался бы на такое посмотреть. Брюсу похуй. Да, ничего себе. Блять, Макгрегор, ёб твою мать. Ой, блять, еще одна. Ван Дам завидовал. Ой, блять, а вот мне какую-то воткнуло, и все, Макгрегор, блять, отплыл. Блять. Хорошо. Че, не достать? Давай его в борьбе завалим. Он бороться всяко не должен уметь. Это же Брюс Ли, когда он боролся. Давай, ну отлично, блять, втащил раз, давай еще. Сука, блядь, такая мелкая, а? Ты мышь, блядь! Отцепись нахуй! Блядь, я сверху! Куда ты ноги закидываешь? Что за порнуха? Блядь, Макгрегор, да отбей ты его, блядь, пиздец. Все, он встает. Макгрегор, тащи его за ногу на диван, ломай ему за лупу. Нет, ни черта. Видал, как я умею, Брюс? А ты так умеешь? Блять. Пиздец. Мне кажется, у Брюса Ли такого удара из второго уха должны были просто мозги вылететь, блять, на ринг нахуй. Ебать! Иди нахуй! Иди нахуй! Тут чё, блять, кино? Какие нахуй, чё за удар такой, блять? Макгрегор завтра, блять, ребра свои выстрелит. Нахуй надо, чё за говно? Когда Брюс Ли... Я им играл, он так... Брюс Ли делает болевой? Да вы чё, ёбнулись? Он не знает, что такое болевой. Брюс Ли не знает, что такое боль. Он не знает, как делать болевые. Иди нахуй от меня, блять, он к моим булкам притерся. Но с другой стороны, об твои булки членом потерся Брюс Ли. Это почетно. Иди в жопу. О, да, возьми меня сзади, Брюс Ли. Я хочу от тебя детей. Я уверен, у них родится, блять, сын вообще чемпион мира. Я тоже умею это делать. Давайте попытаемся отпиздяхать ему его тонкие ножки, блядь. Заебал ты, блядь, обезьяна. Да ну нахуй, как он поймал-то? Это что за лаги, блядь, какие-то? Админ, что за лаги на сервере? О! На нахуй! Да бей его в пизду, свистки! Не слушай судей! Судья продажная. Нет? Вот он чё, нихуя себе! Да ладно, блядь, это что за хвост дракона какой-то? Ну-ка еще раз. Да как там, расстояние-то не было размахнуться. И хуя Макгрегор подлетел, ебать. Ебать, надо тоже такой удар выучить, нихуя. Так у ларька, блядь, кого-нибудь срежешь, все, будешь авторитетом на районе. Брюс Ли, Брюса Ли тренирует негр? Но теперь я видел все. Он ему, наверное, рыбчагу там зачитывает. А судья вообще гоблин Пучков, смотрите. Блядь, в ногах Брюса Ли не победить, Макгрегор, давай, надо, блядь, руками ему нахуй напиздрехать. Да заебал этот удар у него. Хули он спамит? Ой, блядь. А вот и у Брюса, блядь, проблемки, а? Брюс всемогущий, блядь. Да, сука, заебал. Подойди, нахуй, за ударом, тварь. Ну, вообще-то я слышал звук удара по уже покрасневшей головушке, ну как бы похуй, да? А, блядь. Подсральника дал мне, блин. Да иди в жопу, блядь. Ну нихуя себе. Что это было-то? Вау. О, блядь, попал. Хуярь его, блядь. Брюску нахуй.
Психанул, что ли? Поймал такой, как будто, блядь. Ой, блядь, вот я ему сейчас в почку, по-моему, вообще. Блядь, добивание. Вот не успел подойти для добивания, ёптвою мать. Вот, сука, гандон. О, Брюска! Хуячего! Хуярь Брюса Ли, блядь! Сука, бей его! Мы войдем в легенды! Макгрегор, блядь, добей ты его нахуй! Тупой ирландский хрящ. На нахуй! Вставай, блядь! Сейчас мы его, сука, заспамим, пидора этого. Заспамим, блядь! Блядь, он встал быстро. Нет, нет, откиби. Нет, нихуя, нихуя! Да как так-то, блядь? Что за удар такой? Ни у кого такого больше нету, блядь. Я только у Брюса Ли такой видел здесь. Вот в плане захвата вот этого и удара вот этого, блядь. Пяточкой снизу вверх, блядь. Джузе Альдо так точно не делает. Ну и хули я же набрал, блядь, шкалу полную, заебал ты. Сука, лягушка, хватит людей смешить, слезай нахуй с меня. Какие болевые? Иди в жопу, блядь. Нашелся тоже рестлер великий, блядь. Хуй тебе, понял? Я у нуха закрыл. Да ёб твою мать. Ну, сука, надо Макгрегору на рис переходить. Смотри, блядь, что делает. Нахуй, я как увидел, как он... Зеп! Блядь, почему мой так не бьет, а? Все, пизда Макгрегору. Макгрегор, очнись, нахуй, бьют же. Хули ты схватился? И что это за болевой, кто мне скажет, что он делает? Но мне кажется, он хуем об мою руку трется, блядь. Уйди, нахуй, противный, блядь. Брюс, фу. Блять, ну как так-то? Макгрегор чё, бороться, блядь, вообще нихуя, что ли? Один вариант, и то он его не сделал. Иди в жопу, блядь. Блядь, так Хендерсон Емельяненко вырубил в такой же позе. Блядь. Ну, сука, блядь. Вы слышали, да, он, блядь? Люканг, ёбаный, иди нахуй. Надо было Джекса выбрать, блядь, я бы его отъебстал. С остальными руками бы его отхуячил, сука. Выбросьте мне стул, блядь, арматуру дайте, я его убью нахуй. Нет, ебись, что ты приклеился, блядь. О, пиздец. Не, пропускает он, блядь. Нихуя не меньше, сука. Вот говно. Ну вон, попал же. Блять, локоточка. Мне кажется, что такой удар через блок должен пробивать нахуй. Нихуя. Такая вертуха, блять. Давай, блядь, бей его нахуй, пидора этого, блядь. Сука, ломай его, говно. Пиздец, отлебись от меня. Блядь, я вот разрывал клинч, я тратил на это... Нахуй пошел. На, сука, блядь, иди нахуй, судья. Не вставай, пизду, ты умер. Какого хуя, он еще жив. Не первой свежести мордашка у Брюса Ли. Что за хуйня? Вот, все, блядь, бэкфист пропустил, нахуй, на пенек сел, рубль должен. Какое нахер, какие драки? Бля, и кто тут Брюс Ли после этого удара, а? Мак Брюс должен быть, а не Макгрегор. Смотрите, опа, бля, какая вертуха. Он должен был, блядь, туда, к зрителям улететь, нахуй, а не упасть. Ничего такая зашла. Да, неси сюда свою цифру, хуй ты там ходишь. Категорически приветствую, комрады. Давай ударимся. Последний раунд, говорят. Блять, целую пятку короля. Гротеск? Какой гротеск? Вот это удар вообще мощный в ногу. Самый злой лоу-кик, который я видел.
О! Зашла, блядь. Зашла, сука. Блядь. Ну, смотрите, ногу, блядь. Ну, его, это не нога, это спичка, блядь. Она должна вот треснуть после первого лоу-кика, нахуй. Не, может, он и там камни какие-то разбивал, я хуй знаю. Да, сука, умри! О, бицепс, блядь, вот так его нахуй наматывал его, вот так вот, блядь. Какие мышцы ты показываешь, блядь, ты себе льстишь, у тебя их нет. Я вот такой крутой походкой, я иду домой с водкой, да. Вон, слюни Брюса Ли разлетаются по... Ой, блядь, не, ну схуяли он упал, я вообще не понял. Он, блядь, мне кажется, вообще там с закрытыми глазами уже стоит. Они настолько отекли. Не так, блядь, узкие щелки были. Обдрищ, блядь. Брюс, мне кажется, прихуял немного. Говорит, я же умер, блядь, что я здесь делаю? Боже мой, какой позор. Я Чака Норриса в фильме пиздил, а тут какой-то бородатый, я его даже знать не знаю. Рибок! Реклама! Хорошо, мы поняли. Так, Fight Statistics. 104 удара втащил я ему, 140 ударов от Брюса Ли мне прилетело. Причем, вот смотрите, 56% голова у него красная, у меня 49% голова вообще не красная. Что это значит вообще? То есть, что я ему большинство ударов в голову заслал или что? Или то, что он с критом головы из боя вышел, непонятно. Ноги целые, блядь. Тела целые. Короче, вот игра вот такая вот, что здесь имеет смысл в основном засылать в голову. То есть ноги отсушивать бесполезно пытаться. И это, конечно, минус. Вот в этом плане, конечно, бокс поинтересен. Ну, еще плюс борьба тут, блядь, на любителя. Я не знаю, если вы играете в UFC и вы любите борьбу, напишите, я хоть на вас посмотрю, кто вы, что вы, блядь. За что вы это любите, борьбу эту, блядь. Как она, нахуй, работает здесь. То есть в рандомные стороны жмешь, там ждешь, когда болевой появится или хуй его знает. В общем, я борьбу немножко не понял, а бои тут вот, ну, не очень правильно, скажем так, сделаны. То есть, вот реально, если бить лоу-кики, да, там, ну, бывает такое в боях без правил, что человеку просто отбивают ногу, и он на нее наступать не может. Тут такого нет. 5 раундов подряд можно пиздить человека по ногам, и он будет на них ходить, и дальше будет на них ходить. То есть, в это время он будет насыпать вам в голову, и в итоге он окажется победителем. Но в основном, конечно, я говорю, да, вот пока нету какого-то опытного спамщика, опытного человека в компании, да, то под пиво игра очень даже заходит. Я бы вообще эту игру даже застримил с подписчиками, так что если у вас есть плойка, есть куплена эта игра, куплена этот PlayStation Plus ебливый, с которым только через него можно по сетке поиграть, то напишите в комментах, если вот наберется некое количество человек, да, то есть тогда вот можно уже сделать и стрим по этой херне. С комментариями, ёпты, весело будет, все такое. Ну а пока что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и все такое.